Вот и подходит к завершению наш проект. Это азартный череп 41 мм, совершенно новый механизм, Швейцария, ETA или ETA 6498. Смотрите, какая стрелочка. Давайте заведем часы. Звук механики, это, конечно, пушка. Стрелка ходит по рулетке, то есть это как казино. И циферблат серебро 925-я проба, он полностью скелетонизирован, вырезан вручную, гравировка тоже ручная. Золотая пика — это натуральное золото из проволоки, то есть это всечка золотом. Также тут присутствует эмаль, сатин, полировка, полная скелетонизация. Механизм покрыт позолотой, черным родием. И это все ручная авторская работа. Диаметр корпуса 41 мм, 2 сапфира, нержавеющая сталь. Ремешок, мне кажется, 22, не помню. Сейчас будем смотреть. Модель в наличии, производили ее не под заказ, а по собственному дизайну и разработке. Ну, смотрится она, опять-таки, свет у меня не передает. Не передает. Нужно снять видос на улице. И тогда вы все поймете. Очень-очень крепкая работа. Сзади пленочка, поэтому вы можете видеть тут всякие неровности и пыль, а-ля царапины. Так, ну что, какой ремешок сюда подойдет ближе? Вот смотрите, можно сразу примерить черный, черный и коричневый. Значит, может быть черный с красной ниткой или коричневый с красной ниткой. А может зеленый под зеро? Давайте ждем ваших советов.